Возможно, он в 7 часов упал у малой столовой. Когда забежал Лазгачев к нему, так он вроде как чувствовал шаги. Вроде подзывал, что рукой там, у него, правда, полусохнута рука всегда. Ну, он подбежал и говорит: что с вами, товарищ, да? Ну, он уже выговорить ничего не мог, речь отбилась полностью. Назвал, произнес слово, говорит: «Дес» и все. Позвонили Маленкову, а он позвонил через полчаса или через 40 минут, говорит: я Берии не нашел, ищите сами. А потом через час звонит Берии. О болезни Сталина никому не говорите и никому не звоните больше. Ну, прямое начальство приказывает, и все молчат как рыба. Никто не помогает, вы понимаете, кругом глухая стена. Вот. Думал, что медицина едет в 3 часа, а оказывается, два эти соратника, понимаете, прибыли. Причем, значит, Берия на ухо ругал его, не кричал вовсю. Вообще-то там брани там вышел, там ругался, а Лазгачеву говорит: так, что ты беспокоишь? Видишь, товарищ Сталин крепко спит. Он захрапел в это время, это свойственно этой болезни. Вот. Ну и нас не беспокоит, товарища Сталина не тревожит. С тем уехали, собственно говоря. Так Василий вот пьяный приехал, он же за булдыга был. Вот. И с порога кричал: сволочи, загубили отца на них. В Черном политбюро. Некоторые ощетинились на него, а Ворошилов говорит: да, Василий, успокойся, мы принимаем все меры для спасения жизни товарища Сталина, и так далее, и так далее. Вот и такой Васька. И от него можно все ожидать. Такой был шалопай. Он никого не боялся абсолютно, только отца боялся. Больше никого. Когда рассекали Сталина, Туков присутствовал там, на Садовой, Триумфальный путь. Вот. Он присутствовал, я, говорит, так бы и застрелил, говорит, врача этого, когда он топором убил, рассекал вот это место, понимаете? Я не только от себя сейчас вас информирую, а я информирую от людей, которые, как и я, прежде, в 1933 году, но еще ближе были к Сталину, такие как Василий Туков, Николай Васик, Василий Румянцев, Николай Кириллин,
Сергей Соловьев комендант, Иван Орлов комендант, так, Михаил Старостин, Иван Хрусталев, ну и другие. Мы понимаем, что мы уходим из истории, а если мы не скажем, черт знает, что будет. Нас трое работало у него в 30-м году на ближней даче здесь. Жагорников, Горундаев и я. Ну, Сталин сначала приезжал и смотрел, значит, как это строится. Она была одноэтажная, простое было здание, вот одно, солярий наверху, вот, одноэтажный. Еще помню, значит, да, еще приехал Ягода, вот, то же самое. Ну, Ягода как охрана приехал, понятно, так. Ну, после этого мы остались, стали у Сталина работать. Ведь тут, так сказать, постепенно втираешься в доверие, что называется так. Где-то он сначала видит тебя эпизодически, так. Потом, так сказать, тебя назначает поближе. Потом назначает там на подаче дежурным, допустим. Он охрану ближайшую всю знал. Всех по голосу ближайших знал. По голосу знал. Которому он беспредельно доверял, это Власику, начальнику охраны, который с 25-го года с ним. Киров был его лучший друг. Они в баню ходили вместе с Кировым. Тут вот на ближней даче там баня построена, придачная баня. А рабочий Иван Дубинин думал, что никого нет, а там такой порядок, все мылись там, и Сталин там мылся. То Иван Дубинин залез туда на полок, понимаете, и давай мыться. Вот. Намылился, все это такое дело. Вдруг, значит, в дверь стук дернул за крючок. Дубинин говорит, кто там? А они приехали оба с Киром. А Сталин говорит, Дубинин! Ну, мойся, мы подождем. Киров смеется, стоит, потому что тут Кириллин стоял с ним, Николай. Смеется, стоит. Помылись, говорит Киров, так? Вот. Где, говорит, я уже? В мыле, говорит, весь. Потянул на себя рубашку, штаны, говорит, так? Вот. Выскочил, говорит, оттуда. Он спрашивает, ну как, товарищ, это самое, Дубинин. Помылись? Помылся, товарищ. Сталин, хорошо, спасибо. Ну, ты подожди, ты поддашь нам пару здесь. Рабочий так. Вот. Вот они забрались на потолок, на полок с этим самым, взяли по венику с Кировым. Так, и кричат, хозяин, поддай пару. Ну, Дубинин ушат воды туда на камни, как даст, пару полно на этой самой, на полке. Так. Вот. Только крякают, их даже и не видно там. Сталин так где-нибудь облюбует какую-нибудь высоту, ну, там, с лесом, там, недалеко от дачи. Ну, товарищи привезут туда буфет, раскинут столик на этом. И вот они с Кировым на эту. Заберутся, значит, горку, там и сидят, значит, закусывают грузинское вино, выпивают и так далее. А наш брат там Лукьянов был, потом, значит, Кузнецов Борис умер уже, который политзанятия у нас вел. Потом Кириллин Николай, вот, ну, стоят они подле, стоим подле, скажем. Вот Сталин подзывает, значит, и говорит, значит, это самое, выпейте с нами за компанию, называет стопку, так? Ну, говорим, что ли, говорят другие товарищи. Товарищ Сталин, мы на посту находимся, мы не можем. А Киров говорит, выпейте, я, говорит, не скажу ведь власть, могила.
Ну, Киров был оптимистический человек такой, с которым они в городки играли. Киров играл с Ласиковыми на пару, а Сталин играл с рабочим по кухне харьковским. Когда он поехал в Ленинград 28 ноября 1934 года, мы, комиссар Любовицкий, Павел Смирнов, военачальник, провожали их на Ленинградский вокзал. Кирова и Сталина. Сталин провожал Кирова там. Тепло с ним попрощался, обнял его, понимаете, так. И они попрощались, и Киров поехал в Ленинград. А через день или через полтора его убили. Вот такие, значит, взаимоотношения у Сталина были с Кировым. Сталин очень переживал, понимаете? С тех, собственно, пор я и по 1955 год работал в органах ОГПУ. На разных работах работал. Значит, работал в охране правительства. В основном. Работал с доброжелателями. Так, занимался допросами. Моя тематика была по террору. То есть люди, которые хранили оружие с намерением совершить террористический акт, скажем, против членов правительства того или другого. Вот это моя была задача. А задача входила мне, значит, шугать везде, куда бы правительство ни выехало. На мне охрана лежала, и на мне, значит, эпизодический выезд, значит, со членами правительства. Ну, например, с Калининым в корпус Доватора ездили, с Ворошиловым к Жукову ездили, так. С Микояном, значит, когда эвакуировались заводы, фабрики, провожали Шарикова-Подшипникова завод, там оборудование и так далее. Я вам должен сказать, что, конечно, если брать следовательскую работу, она очень трудная. И видишь, какие имеет последствия неважные на сегодняшний день. Хотя для следователя были такие созданы условия, что вместо месяца было указание, подготовленное годы, 10 дней дали. Что может следователь сделать за 10 дней? Вот отсюда и выколачивают. Понимаете, что получается? Вот. Ну, один случай вот такой у меня был на Арбате, потому что я имел отношение к Арбату. Старому вот Арбату сейчас, который. Вот. Некий Теляков, значит, Арбат 40, есть закусочная. И он там, значит, с друзьями выпил. А он был моряк на фронте, в военно-морском флоте служил. Ну и вот и начал хвастать. Вот я моряк, значит, знаете, какие у нас там дела. Ну а тут друзья, да на что ты способен? Моряк, он подвыпил. Я, хотите, сейчас возьму бомбу, выйду на Арбат и брошу под машину Сталина. Ну, отсюда закрутилось все дело. Ну, вы, например, патриот советский, доброжелатель. Вот вы услышали это происшествие в закусочной, Теляков высказал. Звоните мне и говорит, товарищ Рябин, есть срочное дело. Так, встретиться надо. Я встречаюсь. Такое-то где вот. Отсюда забирают его, допрашивают и так далее.
У меня доброжелателей, скажем, было несколько человек, допустим, да? Ну, скажем, там 30, допустим, да? Рабочий, служащий, но только патриот своей родины. Любой, любой, безразличный. Хоть дворник, хоть учитель, хоть инженер и так далее, и так далее. Они реагировали сразу на всякий, так сказать, или появился какой-нибудь подозрительный тип, допустим, где-то проживает. Они опять сигнализируют об этом. Так? И мы идем, проверяем, что это за личность. Ну, как в период гласности сейчас, вот, по телефону там это самое. Вот. Выступает женщина, говорит, вот у нас тут, понимаете, магазин не работает, то-то, другое, то-то, и так далее. Мер никаких не принимает. А также и звонят мне и говорят, что, Цитрович, вот такое-такое дело. Вот. Или поступило одно, значит, один летчик работал у Сталина, у Василия Сталина. Вот. Доброжелатель нам, значит, сообщил, что он нелегально хранит оружие. А дело было тоже на Арбате. Вот. Мы его, значит, с контрразведчиком допрашивали всю ночь. Так где же ты спрятал, сукин сын? Не говорит. Наш доброжелатель, ну, он был с женщинами, знаете, на самой, на близкой ноге берет. У него в Большом театре были, в санатории были, везде. И вот наш доброжелатель, очень интересная, пухленькая девушка, так сказать, была у него на квартире. Вот. Ну, когда сидели за столом, она, значит, после всего там смотрит на портрет Сталина. Наверное, думает, что же у тебя происходит. Так, Берия посмотрел, говорит, что ты на него смотришь? Хозяин в стране я, а не он. Представляете, что? Она приехала, пришла и письменно нам доложила свое посещение к двери. Понимаете, какое дело? Доброжелатели строятся на патриотах советских людей. Патриот, не патриот не может быть доброжелателем. Где бы я ни работал, везде у меня были доброжелатели. Это глаза и уши. Тогда, в прошлом, при царе, при советской власти и сейчас одно и то же. Вот. Без этого мы существовать не можем. Сталин варварски относился к своему здоровью. Он мог обедать в любое время. Смотреть за ним по существу никто не смотрел, сам хозяин. Любил, например, яичницу глазунью. Хотя он разбирался очень хорошо, потому что лосей водили, лосевое мясо он ел. Там белка много. Вот. Но тем не менее он уважал яичницу глазунью. Но обслуга невелика грамотно с ними. Просит Сталин, давай ему разбивай яйцо, значит, давайте крути. А это же холестерин, так сказать, отложение. Ну, а обед известно, что борщ, гречневый каша, сухофрукты. Генерал-полковник Артемьев говорит, я у Сталина был 480 раз на докладе, 50 раз обедал у него. Вино грузинское стояло всегда. Но я, говорит, стеснялся дотянуться до этого вина. И ел борщ, гречневую кашу и на третье сухофрукт в стакан.
Но у него ноги болели. Я еще в 33-м году ездил с ним на Малую Мацесту, принимал он ванны от Мацестинские. У него ноги болели, поэтому он старую обувь носил. Ему подставили, как однажды, ботинки новые. Он вызывает эту Бутусову и говорит: а где мои ботинки? Да, товарищ Сталин, те же все износились уже. Куда же? Это странно, слушайте, генералиссимус ходит в этих потрескавших ботинках. Не надо мне новые, я вот в этих буду ходить. Так поставили старые ботинки, так он ходил и так умер в них. За 2 года до смерти только он приглашать стал парикмахера. Вот, а так безопасная бритва. Сам брился и ножницами подстригал усы сам. У него повариха была, потом она ушла на пенсию. Он через полгода ее вызвал, говорит: ну как? Да что, говорит, товарищ, там 50 рублей получаю. Так, ну что-то там, не знаю, он распоряжение там дал какое-то прибавить или немножко что ли. Орлов возил по 500 рублей денег Светлане, так, потом Гале Яшиной, дочке, обеспечивал их. Одному помогает, другому помогает. А потом сталинские, лауреаты сталинские премии, которые, денежки-то Сталина были. Денег, говорят, у него по сообщению полковника Института военной истории Таратуты осталось 4 рубля 40 копеек на сберкнижке. Ездил он тихо, 40-50 километров, не больше. Иногда, например, Сталин говорит: поедемте. Ну, надо было там, скажем, по Кутузовскому проспекту ехать. Там, допустим, охрана стояла. Он говорит: поедемте через Воробьевы горы, возле университета. Ему говорят: товарищ Сталин, Васик сказал, чтобы мы ехали по той красе, которая охраняется. Он говорит: пусть сам Васик ездит по ней, а мы давай поедем туда. По Каширскому шоссе Туков ехал с ним в машине. Так? Ехали по Шахширскому шоссе, шел дождик. Ехали мимо автобусной остановки. Народу много, стоит и мокнут там. Ну, кто с чемоданом, кто с мешком, кто с чем. О. Сталин и говорит ему, он называл хозяин его: хозяин, мы едем по пути, пойди пригласи, мы сейчас усадим в 2 машины их и довезем до дома. Вот. Остановил машину. Я, говорит, пошел и говорю: товарищи, товарищ Сталин вас приглашает к себе в машину, поскольку мы едем по пути, мы вас довезем. Ну, те, конечно, посмотрели, говорит, на меня, как на чокнутого, так? И ни один не сдвинулся с места. Так? Как это Сталина приглашает, значит, что? Прихожу, говорю: товарищ Сталин, да они не идут, никто. Он говорит: не умеете приглашать на народ, не умеете с народом разговаривать. Вылезает из машины, сам пошел к очереди. Смотрю, говорит, серую вереницу ведет этих людей, говорит, кто, говорит, с чемоданом, кто, говорит, с мешком, кто, говорит, с помолом, понимаете, и так далее. Всех усадил в машину. Так, и во вторую машину усадили. И вот, значит, первую партию отвезли, а там еще осталось, так? Всех-то невозможно в 2 машины захватить. Пока вернулись за второй-то партией, и он ехал-то за второй партией тоже. А там, понимаешь, 1000 людей, 100 людей собралось. Узнали, что Сталин возит на машине по пути. Ну, мы, говорит, что? Говорим ему: товарищ Сталин, у нас бензин кончился. Так объяснить надо народу. У него была комната метров 20, там полуторка койка стояла.
то мы на ней спали, когда строили дачу там, на этом, значит. Вот эти трое, мы все там отдыхали на этой койке. А Сталин спал в разных местах. В основном на диванах, на тофте спал. Ну, бывало, знаете, как вот в войну. Вертится, крутится, думаю, не уснет. Говорит, все меня считают жестоким. Да кому, говорит, помощник коменданта. А как, говорит, быть не жестоким? Ведь, говорит, скажешь, все перепутает и сделает по-другому. А одна, говорит, ошибка, как снежный ком с горы, тащит за собой серию ошибок. Встанет, уедет на другую дачу. Сотрудником еще дальше разрядиться захотел, так? Вот, ну, да, значит, вот. Но бывали, говорит, и у него, что некоторые члены Маленков, они все пузатые были, так? Стоят, говорит, другой раз в шеренгу, там у него человека три. А он, говорит, там это самый им инструктаж дает. Говорит потихоньку, внятно. Но стоят. Вот. И были такие случаи, что когда Сталин сам стоит, то ни один из них не садится. Вы знаете, что Сталин все время с одной звездой ходит. Решили его наградить звездой Героя Советского Союза. Ворошилов там же издали указ. Это все заочно, не говоря ему ничего. Вот. Наградить товарища Сталина за организацию и так далее, звездой Героя Советского Союза. Он узнал об этом. Вот, говорит, подлецы, подхалимы. Я, говорит, на фронте не был, в штыковую, говорит, в атаку не ходил. Какой я могу быть Герой Советского Союза? Но указ подписан, надо как-то Сталину вручить. Значит, Маленков взял на себя эту миссию. Потом пораздумал, как бы ему нагоняй Сталин не дал за это. А уже прослышит, что Сталин отрицательно отнесся к звезде. Вот, подумал Маленков, дай попрошу Поскребышева. Он секретарем зайдет, значит, вручит ему так. Тот взял было, так, поразмыслил немножко, тоже, значит, дал задний ход. Решил эту звезду Марлову, коменданту, передать. Когда, значит, когда умер Сталин, Ворошилов, значит, Марлов говорит, принеси все коробки, которые награжден так. Ну, вот он принес, а Ворошилов сказал, а где вторая звезда, Героя Советского Союза? А она куда-то исчезла, представьте. И она и не попадала, и во всяком случае. Тот жмет плечами. Ворошилов говорит, ну ладно, мы вторую возьмем, так сказать, и повесим на него на мертвого вторую звезду. Не так страшен Сталин, как страшны его соратники. Они своими доносами, организациями разных дел просто, значит, в последние годы жизни добивали его. Значит, эта группа людей, как бы нельзя сказать, что она составляла оппозицию к Сталину, но внутри у них, непонятно почему, очевидно, из-за карьеризма больше всего, так, кипело. Так, например, Микоян, когда приехали, когда Сталин умер, приехал он на дачу, был портрет хороший генералиссимуса Сталина, там в кладовке. И вот этот портрет вытащил он из кладовки и начал на части рвать портрет Сталина. Кузин, садовник, просил товарища Микояна, отдайте мне портрет этот самый. Но он с наслаждением продолжал рвать этот портрет и разбрасывать эти все части, значит, по сторонам. Вот мой старший товарищ, значит, Иван Черняев,
Вот. Это мой начальник, в котором мы сидели в комнате на оперативной работе, с делами там занимались и так далее. Просматривали дела мы, то в одном из дел встретили, значит, Микояна записку, значит, в НКВД на 7 человек, руководящих работников. Вот. А наверху лежала резолюция Ежова арестовать. Это была группа. Берия, Маленков, Булганин, Рущев, Каганович. Каганович был сквернослов. Больше Берии и Кагановича никто не ругался. Он сотрудников считал, да так, пешка. Берия не выпускал своих рук Маленкова. И когда, если Маленков раньше уезжал от Сталина, то Берия догонял его на машине, останавливал машину и пересаживал Маленкова к себе, за рукав прямо тянул. И всегда за рукав тянул его, безо всяких. Ну, вроде как багаж, понимаешь, чемодан. Давай ко мне, значит, и все. Вот. И бывал он, там все члены Политбюро соберутся, а они, Маленков и Берия, ходят вокруг дачи. А они все что-то совещаются кругом, какой-то, вот, вроде, черт не знает, закулисная у них возня какая-то, понимаете? Вот. И там, наконец, они приходят. Ну, и открывается, значит, вот, совещание. Ну, Сталин вроде как-то сквозь пальцы смотрел на это. Я задавал Орлову вопрос такой. Такой рекомендант он был, вот, 1937 года со Сталином работал. Слушай, говорят, что лучший друг был Берия у Сталина. Он мне отвечает, не знает. По-моему, говорит, Берия у Сталина не был ни правой и ни левой рукой. Молотов. Я присутствовал у двери, далеко был в Георгиевском зале, но там был Петров, заместитель директора Большого театра СССР, Федоров, старый большевик. 60-летие, что ли, было Сталина. Там, значит, был такой случай. Сидел Пирогов, народный артист СССР, Большого театра, и Молотов. Значит, выпили, Молотов так набрался, ни мама, ни папа не может выговорить. Так? Говорит Пирогову, спой что-нибудь, значит, Пирогов. Пирогов говорит, да, Вячеслав Михайлович, у вас у самого хороший голос, спойте вы. Значит, он Молотов стукнул по столу под халим Пирогов. Словом, под ручки взяли Молотова и вывели из зала, еле стоявшего на ногах. После этого Сталин выступил с микрофоном и говорит, нам, большевикам, не следует упиваться и напиваться. А у Хрущева у меня свое мнение, что он плут, он также причастен к репрессиям. А, значит, Хрущев в Батангу приехал, ну и показаться, значит, выйти, значит, уложить там, право, понимаешь, ему аплодисменты, а Жуков на первом ряду сидел. Он не встал, все встали, он не встал. Так, потом, значит, он звонит. Ты что ж, неуважение ко мне, весь народ аплодирует мне, а ты не встаешь. А Жуков ему отвечает. У меня ишиаз. Он говорит, знаю, какой у тебя ишиаз. Так что Сталин так не выпячивался. Приедет, сядет туда, в эту самую, в угол, и сидит так. Парад Победы должен быть. Ему Хрулев, начальник тыла, приготовил три формы генерализации. Шелковая подкладка красная, накидка там шелковая, ну, в общем, так, как павлин все равно. И Хрулев снарядил трех молодцов атлетического телосложения военных и одел на них генералиссимовские формы, это, значит, и со всеми аксельбантами там и так далее.
Вот, и привел их показать Сталину этих форм. Значит, приемную там в Кремле. Вот. Сталин вышел, значит, говорит, это что такое? А Крулев говорит, товарищ Сталин, вот форма генералиссимуса, которая на парад вам, так? Которая вам понравится, значит, то и вы, пожалуйста, одевайте. Так. Он их всех шуганул, вот. Крулев скомандовал кругом, эти все генералиссимусы кругом, и из приемной вышли. На этом смотр закончился. И он никогда не одевал этой формы. Жан уже плохо себя чувствовал, он, у него астма, он за дерево бывало схватится, понимаете, еле отдышится. Старостин говорит, подбегу, товарищ Жанов, вам что-нибудь помочь? Он говорит, я сейчас отдышусь, ничего мне не надо помогать. Ну вот умер Жданов в 48-м году, по-моему, так, вот, и поминки были. Значит, все были члены политбюро, ну, набрались изрядно, все, конечно. В том числе и Коба набрался. Но Коба знаете, кто такой? Да. Дело в том, что Леонид Алексеевич у меня от доброжелателей остал. Так я был Леонид Алексеевич Лебедев. Так? Ну, поскольку это меня спасало, в другой раз не обязательно ребятам знать мое настоящее имя, отчество. Так меня Леонид Алексеевич. И дома. Она он все время не Алеша зовет, а Леня меня зовет. Не послушай, а ко мне.
с большим театром Союза СССР я был связан примерно с 1933 года. Ну, в основном как посетитель. А примерно с 1935 года уже как военный комендант правительственной охраны Большого театра. Отсюда вытекает задача охрана правительства. Комендант обязан все знать, абсолютно. Как работает подвесная система декораций, как работают моторы, куда какая проводка идет, конечная ее цель. Абсолютно все. То есть приехавшее начальство, тот же Власик, может меня спросить: Рыбин, куда вот этот провод идет? И бывало и так. Воронина вызовешь главного инженера по электрике и спрашиваешь: Петр Маркович, вот куда этот провод идет, покажи, конечно, его цель. Вот он меня ведет. Вот. Нет, вот он меня ведет. А дальше говорит: черт его знает, куда он идет, этот провод. Я говорю: тогда метр вырезайте вот здесь. Чирк, метр вырезается с этого провода. Раз главный инженер не может сказать, куда идет этот провод электрический. Ну, а это что? Значит, разрезаем этот провод. То есть буквально все должен знать. За этот проклятый контргруз на рабочих площадках, их 6 там площадок с правой или с левой стороны, мне не раз попадало от начальства. Вот в основном, значит, задача заключалась обеспечить полную безопасность правительства во время нахождения его в театре. И так было. В 1938 году, в ноябрьские праздники, тогда уж появился у нас Берия в наркомате. Ну, Берия вызвал нас всех. Власика назначил главным начальником охраны на мероприятии. Значит, его заместитель Богдан Кабулов был назначен на сцене командовать. Я непосредственно ему подчинялся. Этот совсем уже ожиревший человек, Богдан Кабулов, сидел целый вечер на стуле. И я ему, значит, всю обстановку по сцене докладывал. И я с 3 часов до 5 утра оставил своего заместителя на сцене, Щепилова, а сам пошел отдохнуть, потому что круглые сутки на ногах. Когда в 5 часов поднялся, получается, что начальника партера Тихонова, как говорят, он бывший белый офицер, арестовали. Дальше Панова по пожарной охране арестовали. Курский, наш большой начальник, застрелился. Ну, осталось, в общем, только сказать, что Рыбин с нами был связан, так? И Рыбин бы загремел, и где его могилка, жена бы никогда не узнала. Товарищи, которые мне подчинялись, они были вооружены автоматами все. Там находилась спецгруппа в Большом театре. Девушек было в моей бригаде человек 15.
Девушки свои задачи выполняли. Их комсомол послал в органы работы. Комсомол. Ну и назначили, значит, их в охрану. У каждого пистолет будет. Так у меня сложность в чем была? Другой раз выйдет на лестницу и плачет. Спрашиваешь, что плачет? Она же не скажет мне. Значит, моя подчиненная. Подсылаешь другую, разведай, что она плачет, от чего она плачет. Она там познакомилась, может быть, с парнем, который ее обманул там и так далее. И, наконец, это все, значит, распотрошишь, узнаешь, в чем причина. Потому что начальство требует, что у тебя плачет там это самое Иванова. На лестнице стоит. Вот. Такого вот посадишь, доброжелательную девушку, в ложу, допустим. Так, ну. А как вы думаете? На всякий случай. Ну да. Да и вообще-то везде. Везде. А если там одни женщины? Как вам сказать? Где? На этой сумочке у нее есть. На этой есть карман. На этой. Там ведь бывает так, что где-нибудь совещание, так? Одни женщины, женские деньги. Ну как тут посадишь товарища к ним это туда? А кто это такой? Я не знаю, он нашей организации его нет. Там, значит, а посадишь его? Да. Ну, а я гостем приглашена, и все. У нас, когда было совещание там, торжественное собрание, то, значит, сверху вот, там же прожектора. И вот сверху, глядишь, соринка летит с колосников. Там 6 площадок, а там сверху колосники решетчатые. Вот. И она летит, когда прожектор светит, она, значит, летит вот так вот и прямо на стол. Ну, смотришь и переживаешь, думаешь, черт тебя подрал, откуда она взялась? Так чистили, понимаете, так. Вот. Потом Сталин, значит, поднялись в совещание, стал к ложе подходить. Значит, Власик подошел, я подошел. Он говорит, комендант, что это у вас за шмели оттуда, говорит, совершает полет прямо на стол. Вот, соринки-то. Я говорю, да примем, товарищ Сталин, мир. Потом я портал, так вот, сделал портал под сцену, над этим самым полотном. Таким образом, вверху там, таким образом весь ссор попадал на полотно уже, да? Ну и вот, а у нас хитроумный замок был в ложе правительственной. Власик схватил у меня ключ и начал открывать дверь. А там надо, уметь определенное количество поворотов сделать и так далее. Он не мог ему открыть. Он говорит, слушай, Власик, отдай ключ коменданту, он лучше тебя откроет. Но он мне отдал, я повернул, да я открыл сразу. Ждите. Ждите гостей. И все. А ждите гостей. Не говорили, что Сталин там приедет. Раздались гудки около музея Ленина уже с Красной площади. А у нас дверь, воздушная пружина, заела. И не откроем никак этот подъезд. Если я не подъезд, если не открытый подъезд, значит мне 15 суток, а всем остальным тоже могут, а может быть мне 30. Понимаете, так? А остальным подчиненным по 15. Ну, у меня, кстати, оказался топор с обухом. Я Лузану говорю, бей пружину. Ну, он как двинул по пружине, она так в дребезги разлетелась вся. И подъехало правительство. Thank you.
Сталин понимал в искусстве лучше каждого артиста оперы. Я уж не говорю, например, таких выдающихся певиц и так далее. Во всяком случае, в совершенстве владел сольфеджио и знал очень хорошо вокально-хоровое искусство. Сталин сам относился к искусству очень внимательно и трепетно. Он сам пел, по словам народной артистки РСФСР Елены Кругликовой, пел квартетом. В этот квартет входили Михайлов Максим Дармидонтович, Молотов, Ворошилов и Сталин. И Елена Дмитриевна говорит, что Михайлов не замедлил мне похвастать на завтра. Мы пели вместе со Сталиным квартетом. Вот, говорит, не знаю, кто им аккомпанировал, а мне, говорит, когда я выступала, аккомпанировал Жданов. В домашней обстановке Сталин пел «Гори, гори, моя звезда». Все знают содержание текста этой песни. Там, видимо, вспоминал Сталин об Аллилуевой, потому что всякие он отношения к женщинам исключал после нее. Охрана никогда не зафиксировала, чтобы он какие-то особые симпатии имел к какой-либо артистке. Он несколько раз ночью приезжал к ней на могилу, покурит там, посидит, подумает. Я этой штукой занимался с 30-го года, а может быть и раньше, чтобы найти какую-нибудь крамолу у него в этом с точки зрения женщин. Ничего подобного, и никто ничего не мог. Поставили в бурю к 60-летию постановку Хлебниковой в Станиславском театре. Сталин приехал на эту премьеру. Ну и там, значит, крестьянка Наташа стреляет в кулака Сторожева по ходу действия. Сторожев упал, а выстрел не получилось. То есть там не хлопнули, значит, проморгали сзади, за кулисами. Вызывает Сталин Номировича Данченко, а он думал, что он вызывает его по выстрелу. Номерович говорит: «Товарищ Сталин, вот извините, что у нас режиссерская вот такая ошибка произошла. Выстрел-то не получилось, а сторож упал». А Сталин говорит: «Ну и хорошо, что не получилось, зачем людей пугать?» Артисты считали праздником, когда Сталин приедет. Сольфеджио знал лучше всякого артиста Большого театра. С Барсова народная артистка СССР называла себя, а это нас сорежиссер. Что он, уезжая, никогда не скажет: если плохо на пиковой даме пели, скажем, мужчины там, партии вели, то он говорит: сегодня лучше женщины партии свои пели. Дзержинский был композитор в Ленинградской консерватории. Он только что окончил, написал опер. Под эту Целину и «Тихий дом». Сталин, значит, смотрел. Потом вызывает Дзержинского из самосуда. И говорит: «Товарищ Дзержинский, как вы относитесь к композиторам-классикам?» А тот по своей неопытности, скороспелости, говорит: «Отрицательно». «Да». А говорит: «Оно и видно». «Да». «Так вот что, товарищ Дзержинский, советую вам закупить все партитуры классиков
положить под голову, спать на них, одеваться ими и учитесь у них, у квастиков. Председатель комитета по делам искусств Кернцев сказал: ставьте Сусанина, только без славься. А этот самосуд говорит: без славься не может быть никакого Сусанина. Скандал их дошел до стен Кремля, до Сталина. Сталин приезжает на репетицию. Он, кстати сказать, все просматривал репетиции. Вот, и ему, значит, докладывает: вот такой, товарищ Сталин, у нас спор, дискуссия. Кирженжев требует бесславься, а я говорю: сославься. Сталин говорит: надо соответствующий с исторической действительностью поставить эту вот. Воевали на конях, говорит тогда. Умеем пожарские, должны на конях из Кремля выезжать. Как же бесславься может быть Иван Сусанин? Надо думать, что не посчастливилось бы и Масторгу, и всему окружению. В случае подхода немцев и занятия, допустим, Кремля, там уже, так сказать, захват, находясь уже на площади Свердлова, в это время надо было уже взорвать театр. Так как боялись то, что если Гитлер займет, то он обязательно из Большого театра выступит. По этим причинам он и был заминирован. Все это делалось поспешно, и дорожки были видны, понимаете, засыпанные везде, вот этих шнуров. Идешь, бывало, смотришь, знаешь, по дорожке туда-туда шнур идет, туда-туда, понимаете, засыпан. Правда, несколько неудобно чувствуешь себя, но я там жил, спал, ночевал. То есть мы, образно говоря, смертники были, так? У Сталина на ближней даче поставлена была морская зенитная артиллерия. У подъезда стоял спаренный четырехствольный пулемет. Сталин работал все время на даче, иногда и в Кремле. И вот в один прекрасное время приехал Василий Сталин, а дежурил у пулемета Тухов. Появился немецкий самолет. Василий Сталин, или как мы его назвали, Васька, он так и заслуживает того только, чтобы его Васькой называть. Вот. Подбежал к пулемету и кричит: трусы, что не стреляете? Выпустил всю очередь по самолету. Кто стрелял? Сталин говорит. Ему говорят: Василий. Ну и как, попал? Нет, товарищ Сталин, не попал, самолет улетел. Ну, тоже мне ворошиловский стрелок. Налет немецкой авиации. Артиллерия бьет вовсю, понимаете, так? Сталин вышел, а солнышко было, солнце. И так вот и смотрит, понимаете, на эту баталию, так бой-то идет. И выражает неудовольствие. Как это так наши зенитчики ни одного самолета не могут сбить? А осколки летят.
шипят, как змеи, потому что раскаленные в грязь там, понимаете, попадают. Власик, товарищ Сталин, пойдемте в укрытие. Трижды. Он все отмахивался рукой. А потом повернулся, говорит, Власик, не беспокойся, мимо нас бомба не пролетит. Наша бомба мимо нас не пролетит. Значит, я сейчас занимаюсь с ребятами по классу аккордеона и баяна. У меня есть постановление бюро Киевского района. По моему предложению определено название кружка «Играй мой баян». Методика у меня к пионерам, к октябрятам, к комсомольцам разная. И подход разный. Но я стараюсь из октябрёнка сделать сразу человека. Можно его и так, и эдак повернуть. Вот, например, октябрёнок дает мне такое слово «октябрёнок». Я обязуюсь слушать музыкального руководителя. А если я нахулиганничаю, то Леонид Алексеевич может со мной, что хочет, то и может со мной делать. Собственно говоря, в школе такой метод был одно время. На выставку ставил директор. Однажды я зашел в школу, я говорю, ты что стоишь у двери, торчишь здесь? А я на выставке стою. Я говорю, что значит на выставке? Он говорит, да вот я тут, понимаете, там набедокуричил в классе, меня директор поставил к двери, я как свечка должен был отстоять 2 часа. Я думаю, это надо мне использовать. Вот я раз-два ставил на выставку своих друзей, так, учеников. Ну, в общем, редко так применяю к этому вопросу. Это уж особо хулиган какой-нибудь заядлый, он вроде в Володьке, знаете, овчинника. В методику у меня еще входит что? Я использую метод выдающихся преподавателей. У меня ученики проходят строевую подготовку, которую приходят заниматься. А именно, почему? Они должны маршировать у меня и говорить раз и два и, раз и два и. То есть я отрабатываю, в походе отрабатываю то, что они будут на клавишах первую песню учить. Потому что нота, значит, допустим, четвертная, она играется раз и, а половинная нота играется раз и два и. Показываем. Раз и два и раз и два и. Понимаете? И тогда они у меня, значит, что? До, если 2 четверти, он нажимает раз и. У него уже в голове засело. Вторую два и. Потом опять ре. Раз и два и. Допустим, картошку если играть. Ну вот. Поэтому ему, они, конечно, сначала у них глаза на лоб, у родителей. Как это так? Мы с музыкой пришли заниматься, мой детка, а его строевой подготовки, Леонид Алексеевич. Ну, а потом все понимают, все, куда это дело идет, все. Но это метод я взял выдающейся одной преподавательницы. Сейчас стихотворение прочтет мне
Таня Семякина. Только быстрее, боги пока. Дело в том, что это стихотворение небольшое. Три куплета там. Она написана мной и много лет тому назад. Для чего оно написано? Оно, как бы так сказать, сразу на первых порах дает пояснение родителям, чем же мы тут занимаемся и какое отношение имеет родители к ребенку в музыкальном кружке. Прошу, Таня, читать. За окошком солнце светит. Я на улицу гляжу, но урок готовить надо. Я за книжкой сижу. Маму я не огорчаю, ей пятерки приношу и по дому помогаю. Я без дела не грущу. Вечерами? Я культуру повышаю. Вечерами? Вечерами занимаюсь, песни русские пою. Я культуру повышаю, музыкальную свою. Ты 3 года занимался? 4. 4 года занимался. Правильная методика у нас преподавания была? Мое общение с вами, разговаривая как равным с равным, так? И вообще сама постановка вопросов в кружке, как ты считаешь? И какие были недостатки у нас в работе? Это на будущее. Не гудите. И на будущее. Недостатки почему были? У них не было недостатков. Мне нравилось заниматься, ходить. Я, так сказать. О том, что это у нас методика, что я играю вам, вы поете, стихи читаете. В общем, кто на что способен. Вот, некоторые очень удачно, прямо мастера художественного слова выходят. Вот этот маленький, он подрастет, он еще 2 года до школы ему, так? Вот. Мы из него мастера художественного слова обязательно выработаем потом, так? Но редко так бывает. Ты не смущайте, что Леонид Алексеевич там критиковать и так далее, и так далее. Это не важно. Недостатки, я всегда в тетрадке пишу, просил ребят писать. Пишите, что вы считаете неправильным. Или я, может быть, вас много броню, понимаете, или вас много, значит, что-то нажимаю на вас там и так далее, что из вас такой соки иногда вылетает. А некоторые даже на первых порах несчастные плачут, так? Первый раз ты еще ты не пришел ко мне на занятия. Да. Так? После этого мы с родителями тебя, как говорят, с конвоем доставили сюда. Угу. Да. Я попросил тебя, напиши. Ты написал мне, что написал? Мое раздумье. Так, ну давай, читай громче. Мое раздумье. Да не медленно играй. Я считаю, что... Мое раздумье повтори. Мое раздумье. Так. Я считаю, что музыка тупит мозги. Ну не можешь ты, тупит мозги. Ну что у тебя... Он считал вначале, что музыка тупит мозги. Понимаете? Второй раз он пишет. Что второй раз ты пишешь? Я принял решение. Я буду сюда ходить. Это точно. Ты видишь, что это? Ты видишь, что это? Это орлы. Орлы, по которым надо равняться. Понятно? Я говорю, если будем музыке учиться, будешь человек настоящий. Выработаешь в себе труд, учить, разовьешь себе память, сделаешь острый свой ум. Так? И многое другое. Вот. Кажется, начал он со мной соглашаться по этому поводу. Наша задача заключается прежде всего... На первых началах со 2 класса человека сделать, чтобы он не превратился в уличного бандита какого-нибудь, так? Вот или хулигана, или прочее, а просто вышел человек, который был полезен нашему социалистическому обществу. И привить трудолюбие прежде всего, потому что все-таки у нас достаточное количество лентяев, так? И вот чтобы заставить его трудиться, наконец вот... Вот у нас
Вот, Сашка, мы с ним, конечно, будем работать. Но скользкий парень, скользкий. А нравится тебе вообще заниматься в кружке? Да, мне нравится заниматься. Туда смотри, когда отвечаешь мне туда. Нравится заниматься? Мне очень нравится заниматься. А почему тебе нравится? Потому что преподаватель, что ли, интересный? Ну, не только это. Чё ты смеешься? Вот. Но сейчас... Вот, нет, вот сюда. Да повыразительней читай, как артист. Ходит парень на распашку, чтобы все издалека сразу видели тельняшку, замечали маляка. Ведь тельняшка-волосатка славно паспорт маляка. Значит, тут лихая схватка, значит, крепкая рука. Yeah.
меня много в памяти доброжелателей. Всюду и везде имена их. Но я не могу сказать это.